Батайск – город Ростовской области. Расположен в 15 километрах юго-восточнее Донской столицы, входит в Ростовскую агломерацию. Основан в 1769 году. Площадь города – почти 78 квадратных километров. Население – 127 920 человек. В западной и северной частях города протекает речка Малый Койсук. С правой стороны от объездной автодороги М4 расположено озеро Соленое. Батайск – транспортный узел юга России. Расположен на пересечении важнейших железнодорожных и автомобильных магистралей федерального и регионального значения. Город находится в непосредственной близости к речному порту Ростова-на-Дону и к международным морским портам Таганрога и Азова. Территорию, на которой построен Батайск, в древние времена пересекали важные сухопутные и водные пути. Уже в те далекие времена это место считалось воротами Кавказа. По одной из версий, в период создания Золотой Орды в районе Батайска находилась ставка хана Батыя, откуда и произошло название речки Батайсу. По территории современного города проходил Великий Шелковый путь в Китай. Официальным годом основания Батайска считается 1769, а к середине 19 века Батайск стал большим селом. Мощным толчком в его развитии стало строительство Владикавказской железной дороги. И в 1875 году станция Батайска была готова принимать поезда. История Батайска – это история храма Святой Троицы. До революции на его месте возвышался величественный Адигитровский храм. Взорванный в 30-е годы прошлого века, из кирпича разрушенной церкви были построены здания и вымощены прилегающие городские улицы. Во время Великой Отечественной войны на бывшем церковном подворье располагался лагерь для советских военнопленных. Долгое время жители города приходили молиться в здание бывшего кинотеатра. Оно тоже принадлежало Адигитровскому подворью. В 1998 году принято решение о строительстве нового храма, а в 2003 уже были возведены стены. С 2003 года, после возведения стен, в этом храме идут отделочные работы. Были оштукатурены внешние стены. Очень долгое время шли работы по созданию лепного декора, икон, росписи. В 2011 году к нам в храм приехал митрополит Меркурий. После того, как его перевели к нам на ростовскую кафедру, один из первых визитов он совершил в наш город Батайск, зашел к нам в храм, осмотрелся и сказал: «В ближайшие выходные служим здесь литургии». С тех пор Свято-Троицкий храм проводит богослужения по выходным. В будни продолжаются внутренние работы. Идея убранства церкви собрана по всему миру у самых известных храмов и дворцов. Здесь и мозаичные витражи, и лепной декор, стиля барокко и рококо, академическая роспись и 14-метровый пятиярусный иконостас, выполненный в стиле классицизма, все ручной работы. После того, как был заложен наш Троицкий храм, верующие люди принесли кирпичи с разрушенного собора. То 70 лет люди в семьях хранили как великую святыню эти кирпичи, передавали от отца сына к сыну, от сына к внуку. И вот эти кирпичи, которые нам принесли люди, мы заложили в фундамент этого храма. Батайск – один из крупнейших в России железнодорожных узлов. Старейшим предприятием, локомотивному депо и станции уже более 200 лет. Батайск имеет обширную промышленную базу. Это и предприятие железнодорожного транспорта, в том числе и вагонное депо, Батайский завод «Стройдеталь», «Армстрой» и завод мостовых железнобетонных конструкций. Батайский завод мостовых железнобетонных конструкций основан в 1959 году. И сегодня он лидер на юге России по изготовлению ЖБК и пролетных балок для автодорожных мостов. Завод поставляет материалы на мосты и путепроводы не только по Ростовской области, но и по всей России. Одно из новых направлений – производства товарного бетона. На данный момент завод заказами обеспечен. Очень серьезные, очень крупные федеральные стройки, такие как обход Аксая, дальний западный обход Краснодара, автодорога Краснодар-Темрюк, южный подход к Ростову-на-Дону, комплектуются изделиями
балками, которые выпускаются на Батайском заводе МЖБК. Есть в Батайске социально ориентированные предприятия, одно из них – «Электросвет». Штат небольшой, всего 54 человека, и большая часть работников с ограниченными физическими возможностями по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Здесь производят жгуты проводов, узлы, щитки приборов, пульты управления для предприятий не только России, но и ближнего зарубежья. «Электросвет» – основной поставщик для таких заводов, как «АвтоВАЗ» и «Россельмаш». Наше предприятие исторически создавалось Всероссийским обществом слепых и всегда работало с автопроизводителями, с комбайновым заводом, например. Наши исторические отношения складываются с 49 года. В настоящий момент наше предприятие получило официально региональный статус социального предприятия. Сейчас в Батайске большое внимание уделяют медицинским учреждениям. Благодаря нацпроекту здравоохранения с 2019 года в городе смогли отремонтировать все детские поликлиники и приобрести для них новое медицинское оборудование. Это помогло значительно улучшить качество обслуживания пациентов. В планах капитальный ремонт центральной взрослой поликлиники. На сегодняшний день в рамках одного из проектов национального проекта здоровья, это первичная медико-санитарная помощь, мы получили возможность приобрести такое же оборудование, как детских поликлиник, взрослые поликлиники. Сейчас идет поставка этого оборудования. Это УЗИ экспертного класса, цифровой маммограф, рентген-аппарат, будет свой ангиограф в Батайске, будет КТ. И в рамках этого же национального проекта Минздрав приобретает для нас аппарат МРТ. В городе аппарата такого нет. Батайск – город культурный. Чем можно гордиться, так это работой библиотечной системы. Ее считают лучшей в области. В 2020 году она выиграла конкурс по инициативному бюджетированию «Книжный дворик». И благодаря выделенным средствам больше 1 миллиона рублей в одном из филиалов облагородили территорию для обслуживания читателей на улице. Это у нас не просто библиотека, это не только получение информации, это большая, хорошая интерактивная площадка, где люди разного возраста могут прийти, почитать, пообщаться, поиграть с детьми и просто провести время. Также провели модернизацию центральной городской детской библиотеки. Благодаря нацпроекту «Культура» в Батайске появилась первая модельная библиотека. На реализацию проекта выделили 10 миллионов рублей из федерального бюджета. В Батайске 57 школ и 36 детских садов. Строят и новые, а старые капитально ремонтируют. Так, за последние 3 года привели в порядок 5-ю школу и 10-й лицей. В нем, кстати, провели самые масштабные работы. Здание лицея – одно из старейших в городе, ему уже больше 80 лет. Конечно, после ремонта здесь все заиграло яркими красками. Полностью обновили и материально-техническую базу лицея. Ремонт сделали за 4 месяца. Все кабинеты были оборудованы современным оборудованием. В кабинете физики у нас появился 3D-класс, с помощью которого мы можем проводить и уроки по химии, и биологии. В кабинетах английского языка и математики появились мобильные интерактивные комплексы. Все произошло как раз в сроки, и подрядчик справился со своими задачами, и мы смогли разместить детей в городе достойно. Капитальный ремонт начинают и в 7-й гимназии, а в 9-й школе работы в самом разгаре. Уже полностью заменили окна. Сейчас строители ведут отделочные работы внутри здания. К новому учебному году школа должна быть готова. 10 лет в северном микрорайоне Батайска ждали новый детский сад. Наконец, его стены готовы к встрече с воспитанниками. С мая 2020 года сад достраивали по нацпроекту «Демография» с бюджетом 163 миллиона рублей. Персонал уже набран, музыкальный зал оформлен, осталось получить недостающую мебель и инвентарь для образовательного процесса. Детский сад планируется открыть на 12 групп. Возраст, с которого мы начнем принимать, это 2 месяца. То есть у нас будет предусмотрена 1 младенческая группа в возрасте 2 месяца до года. Следующие 3 ясельные группы будут от 1,5 до 3 лет. Ну и, соответственно, 8 групп – это среднего и старшего дошкольного возраста. Эта многоэтажка тоже в северном жилом массиве. Еще один долгострой. Больше 10 лет дом простаивал. Работы на объекте возобновили в январе 2020 года. В июне, наконец-то, 72 обманутых дольщика получили ключи от долгожданных квартир. В целом, темпы строительства жилья в Батайске высокие.
Близкое расположение к Ростову делает его очень привлекательным для молодежи. За 10 лет население Батайска значительно увеличилось. Сегодня востребовано жилье в частном секторе, как результат строительства современных коттеджных поселков. Один из таких – ЖК «Солнечный», со своей инженерной инфраструктурой и зоной отдыха. Кстати, не только для жителей поселка. Парк для всех. Парк в районе 4 гектаров. Передняя часть у него сделана из такой зоны активной. Вот. Водоем обязательно поставили. Он функциональный. То есть здесь фонтанчик есть, который создает движение воды. Вот. И плюс у водички классно, когда детки играют, гуляют. Вот. Сзади идет у нас лиственный парк. У нас строится много микрорайонов. У нас комплексно подходит администрация города к решению вопросов застройки. И для того, чтобы построить дом, это мало его непосредственно построить. Нужны понимание стратегии развития генплана, правила землепользования застройки, чтобы комплексно предусмотреть строительство и социальной инфраструктуры для жителей. Как результат, в Батайске появляются новые современные микрорайоны. Например, Южный берег, Новая Пальмира, квартал Артемовский и не только. Везде предусмотрены спортивные и детские площадки, зоны отдыха –